Как вы в целом относитесь к криптовалютам? Сейчас очень популярная тема, но я никогда не слышал ваших высказываний о них. Я не верю в криптовалюты, те, которые сейчас есть. Я вообще верю в технологию блокчейн. Это очень применимая, универсальная, хорошая технология. Она нужна экономике. Ну, как мы знаем, криптовалюта основана на блокчейне. Да? Дальше. Я верю в будущее цифровых валют. Можно назвать криптовалют, цифровых валют и так далее. Просто я не верю тем эмитентам, которые сегодня это имитируют. Я верю, что в будущем цифровые валюты или криптовалюты выпустят либо центробанки, либо такие ассоциации типа Visa, MasterCard, либо типа Apple, там, Facebook, Google или кто-то. Но не думаю, что будут процветать именно вот эти, которые сейчас есть. То есть я считаю, вот эти криптовалюты, которые сейчас есть, это спекулятивный пузырь или пена спекулятивная, которая за собой приведет серьезных крупных игроков, но сама пена потом сойдет. Это всегда так происходит. Поэтому в нынешние криптовалюты я в них в долгосрочную перспективу не верю, но как спекуляция, как казино, как поиграть. Ну, да, я инвестировал в биткоин, в этериум, ну, там, заработал небольшую сумму, вышел и сказал, все, я больше не буду инвестировать. То есть частному инвестору свои 10%, в принципе, можно в криптовалюту? 10%, вот как раз вот тот случай, глупый портфель, да, вы можете 90% государственной бумаги, депозиты, а 10% вот играйте с криптовалюты, возьмите, вставьте, причем самые неожиданные, как там Шибуино может влететь на там сколько там, или игра в кальмары, криптовалюта называется, Squid Game сейчас 86% роста. Ну, такие ставить небольшие. Или вот Шибуину там недавно новость читал, один человек $8000 вложил, там 4 миллиарда заработал. Ну, не заработал, он их не получил, но теперь его эти стоят 4 миллиарда. Но это вопрос, опять-таки, больше на публику. По факту, если он захочет обналичить и вытащить эти 4 миллиарда, не факт, что он это получит, а, там, дай бог ему вытащить оттуда там 100 миллионов. Ну, и плюс, я думаю, это недолговечно, она грохнется очень быстро.